гараже поставлен. Лежит полицейский. Асфальт полосатый. Мешает машина движению. Я приторможу. Но по этому гаду проеду с большим наслаждением. Машину водить – это проще, чем стирка. Без разницы «Волгу» и самосвал. Инструктор кричал санитарных носилок, что я покорила его на повал. Пустите даму, даму, дама хочет ехать прямо. Дама, 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 дама за рулем. Инструктор был душка, я в черном берете. Он все объяснял, нарисуя круги. Все ясно мне, но не пойму, хоть убейте. Зачем три педали, когда две ноги? Пустите даму, даму, дама хочет ехать прямо. Дама, 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 дама за рулем. Не столько мужчин, одиноких и парных, мечта со мной познакомиться. А инструктор сказал, уезжай с тротуара, а не то у него крыша тронется. Пустите даму, даму, дама хочет ехать прямо. Дама, 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 дама за рулем. Пальто выбирала по цвету чехлов. Забыла про руль и о пенсии. Невстречный водитель сказал столько слов. Вот не помню, о чем, но в экспрессии. Пустите даму, даму, дама хочет ехать прямо. Дама, 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 дама за рулем. Пропустите даму, даму, я стараюсь ехать прямо. В смехе драма, когда Лара за рулем. Свистел полицейский, размахивал палкой, но во всем проявлял восхищение. А инструктор сказал, что дорожные знаки – это не только столбов украшение. Пропустите даму, даму, дама хочет ехать прямо. Дама, 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 дама за рулем. В общем, девчонки, машину водить – это проще, чем стирка. Без разницы, Волгу или самосвал. Инструктор кричал в санитарных носилках, что я покорила его.